Эта неделя выдалась короткой. Завтра официальный выходной день. 12 июня отмечается День России. Ему будет посвящен парад дружбы народов России. В связи с празднованием в центре Абакана будет закрыто движение для автомобилей с 7 часов утра и до окончания мероприятий четная сторона проспекта Ленина станет пешеходной. В традиционном праздничном шествии примут участие представители общественных организаций этнической направленности национальных диаспор, а также трудовых коллективов учреждений культуры со всей республики. Сбор участников с 11 часов у центрального входа в парк Орленок. Колонна пройдет по улицам Ленина и Карла Маркса. Завершится шествие на Первомайской площади, где пройдет большой праздничный концерт. В Хакасии проживает более 100 народов. Стать участником парада может каждый, и приветствуются национальные костюмы.